В начале 2018 года вступит в силу новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В связи с этим в Витебской таможне состоялся семинар с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по нововведению кодекса. Разрабатывался документ с 2013 года. Какие основные изменения в работе таможенных служб вскоре произойдут, узнавала Инна Ширкевич. На семинаре подробно рассказали о новом кодексе и новшествах. Документ будет действовать в 5 странах – Казахстане, Кыргызстане, Армении, России и Беларуси. В нем поэтапно описаны полномочия таможенных органов и участников таможенных операций. Также указаны правила таможенного процесса и его процедур, декларирование, методов определения стоимости товаров, а также использование информационных систем и ресурсов. Таможенное законодательство пополнили многие нововведения. Во-первых, это организация более четкого взаимодействия бизнес-сообщества и таможенных органов, упрощение таможенных процедур при таможенном декларировании товаров, сокращение срока выпуска товаров. В настоящее время сроки выпуска товара установлены в течение следующего рабочего дня. Выпуск товара производится с 1 января в течение 4 часов. Индивидуальные предприниматели и юридические лица задавали вопросы, связанные с исчислением и изменением срока уплаты таможенных платежей. Заинтересовали субъектов хозяйствования и новые подходы по вопросам происхождения, классификации товаров, а также контроля их таможенной стоимости. Но больше всего участников встречи волновал перевод всех таможенных процедур в электронный формат. Приоритет в новом кодексе заложен электронного таможенного декларирования, а также автоматического выпуска товаров без участия должностного лица таможни. Это сократит сроки выпуска по импортным операциям до 1,5 часов, по экспортным до 5 минут. В новом документе предусмотрен принципиально новый подход к институту уполномоченного экономического оператора. Для ООО количество упрощений возрастет с 7 до 17. За счет введенных новаций товарооборот будет более оперативным. Сам же таможенный кодекс ЕАЭС сможет расширить возможности бизнеса в международной сфере. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «СКИФ».